Как будут работать больницы и поликлиники в новогодние каникулы? В новогодние праздничные дни будет организовано оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях 31 декабря, 3, 5 и 8 января. Режим работы. Детские поликлиники в эти дни будут работать с 8 часов до 14, взрослые поликлиники с 8 до 16. Когда стоит вызывать скорую помощь? Как правило, в январе, вот зимой, учащаются эти случаи, инфаркты, инсульты. То есть здесь важно своевременно вызвать скорую помощь, потому что сейчас технология настроена таким образом, что если в первый час удается доставить человека с острым инфарктом миокарда, с острой болью, первый час в больницу, а это сейчас возможно, ему сразу проводится устранение причины инфаркта. На что чаще всего жалуются горожане в праздники? В первую очередь это болит живот, есть такой повод, да? Следующий у нас повод – это температура, которая сейчас сохраняется, да? И повышенное давление, оно всегда, болезни сердечные, они всегда в лидерах. И в новогодние праздники, и вне в новогодние праздники.